Привет, криптоманы, с вами я, Олег Портовый, с обзорами на бесплатную раздачу криптовалют. Друзья, не забываем подписываться на мой телеграм-канал. Здесь вы можете найти все мои обзоры на бесплатные раздачи криптовалюты. И здесь также есть публикации на бесплатные раздачи, на которые я не делал обзоры с пошаговой инструкцией. И, кстати, вчера я на своем втором YouTube-канале «Я криптоман» залил обзор о Binance Coin. Этот обзор особенно будет полезен новичкам, которые недавно в теме криптовалюты, где посмотреть свои заработанные токены с аирдропов в сети Binance Smart Chain, как их добавить в свой кошелек и где можно обменять или продать полученные токены с аирдропов в сети Binance Smart Chain. Ссылки на Telegram и YouTube каналы будут в описании под видео. Итак, друзья, если вы принимали участие в третьем раунде Happiness Airdrop, это было в начале сентября, то вам нужно срочно заполнить форму для получения токенов, так как команда изменила блокчейн токена Strona на Binance Smart Chain. И вот здесь они пишут, что поскольку мы изменили цепочку TRC20 на цепочку BEP20, мы решили распространять токены нашей цепочки Binance Smart Chain. И вскоре мы разместим его на бирже, поэтому, пожалуйста, отправьте свой адрес Binance Smart Chain. Все, что вам нужно будет сделать, это перейти в форму, вставить сюда свое имя пользователя в Твиттере, имя пользователя в Telegram, и нужно будет сюда вставить свой скриншот баланса вашего бота по раздаче. Для этого вы переходите в бот, здесь показан ваш баланс, вы делаете скриншот и отправляете в форму. И здесь вы вставляете свой адрес кошелька Binance Smart Chain и нажимаете отправить. И на этом все. Кому было полезно видео, ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы не пропустить новые обзоры. И помним, что под лежачий камень крипта не течет. Всем удачи, пока!